день, на связи Андрей Веденьев. И сегодня у нас вручение еще одного Мерседеса от компании LR. Сегодня вообще особенный день. 4 партнера системы LR21, из них 2 партнера нашей команды, получают свои Мерседесы от LR. И вот с одним из таких партнеров, с Павлом Сидоровым, мы сейчас запишем короткое интервью. Но вы знаете, до сих пор получение Мерседеса в компании остается таким значимым событием. И вот вы видите, пришли партнеры поддержать наших... Это люди, которые будут получать свои Мерседесы чуть позже. Ну а сейчас давайте с вами пообщаемся с тем человеком, который уже сегодня из этого салона выйдет в другом свой Мерседес. Паш, вопрос следующий. Ты до того, как начать бизнес LR, работал в первой сети. Сколько была максимальная зарплата? Ну, один раз за декабрь месяц, такой пиковый месяц, 150 тысяч. 150 тысяч в месяц декабрь? Да, 60, 70. То есть где-то в среднем 60-50. Ну, да. Окей, вопрос. Была ли хоть какая-то вероятность, что вот ты какие-то продажи сделаешь сумасшедшие, еще что-нибудь? И тебе руководство компании на каких-то условиях обращать? Представил такой вот Мерседес, чтобы ты мог на нем ездить. Ну, там, конечно, бывают новости акции такого формата, что, ну, допустим, выиграть, ребят, там один Porsche на 35 тысяч рублей, который разыгрывался. То, кто там были самые высокие продажи. Но, опять же, это, ну, скажем так, крайне сложно достижимо. Окей. Ну вот сейчас, собственно, ты отсюда уедешь в Мерседесе, и давай мы сейчас зайдем внутрь машины. Я тебе задам еще несколько вопросов именно по построению бизнеса, которые, я думаю, многим зрителям и партнерам компании будут полезны услышать ответ на эти вопросы. Да. Пойдем внутрь. Так, Максим, дай камеру, пожалуйста. Я, честно говоря, даже тут немножко... обалдел, даже вопросы не хочется задавать, хочется просто снимать все, что здесь внутри, вот такой мониторчик. На самом деле видео не передает, конечно, сколько тут внутри все модно. Это, знаете, как такой космический корабль практически. Но, в общем, приятно находиться. Шикарная машина. Да. Отлично. Хорошо. Паша, у меня к тебе вопрос. Ну, во-первых, смотри, сколько тебе понадобилось времени примерно, чтобы выполнить условия на вот получение Мерседеса от компании? Ну, с учетом того, что я закрыл квалификацию в январе, просто ждал это, ну, вот эту модель, новый C-класс в новом кузове, то получается 2 года и 2 месяца. 2 года, 2 месяца. До этого опыт в бизнесе был какой-то? Нет. Ну, то есть еще там полгода-год можно смело выбросить на обучение. Ну, как раз я их совмещал с работой. Ну да. Скажи такую штуку. У тебя была цель получить Мерседес или была какая-то другая цель, которой ты двигался, то есть какие-то другие мотивы были в бизнесе, а Мерседес просто, ну, как по ходу пьесы получился? Ну, как бы цель есть, конечно, она намного больше, чем Мерседес, а Мерседес такая промежуточная ступень на достижение этой цели. Угу. Окей. И вот если говорить о... квалификация на Мерседес, лидер организации, там хорошие обороты уже. Что было самое сложное в том, чтобы это сделать? Ну, самое сложное было, на самом деле, как раз-таки вот этот первый период, когда самое сложное, это выход на именно на автопрограмму Volkswagen Polo. Это тот период, который стоит поработать. А в целом, дальнейшее это просто развитие, продолжение самому действию, уже, естественно, работа с командой. И использование тех инструментов, тех техник, которые дает именно наша система, система LR21, потому что действительно очень сильно помогают именно в работе с регионами, потому что большие команды есть тоже в регионах, это очень хорошо работает именно в плане работы, используя систему работы. Ну, то есть самое сложное было вначале, когда большое количество действий было, а результата заметного не было. Окей, ну понятно, да, когда уже там есть хоть какая-то квалификация, уже автопрограмма, уже проще строить бизнес. Ну условно. Да, то есть уже есть что показать, скажем так. И вопрос в завершении нашего общения. Скажи, пожалуйста, какие у тебя цели ближайшие, скажем, до конца года, на ближайшие пару лет? Вот. Ну, если до конца года брать, то это, естественно, уже закрыта квалификация лидер, серебряный для организации, потому что сейчас у меня вот в апреле месяце закрываю бронзовый для организации. Вот. И если говорить на пару лет, то в 2015 году я планирую как минимум открыть золотого лидера организации, как максимум закрыть его. А по доходам до конца этого года до какая планка? Что планируешь? Я планирую где-то на 300-400 тысяч в месяц выйти. Отлично. Ну, вот у тебя появился новый инструмент. Да, который, я уверен, мне об этом поможет. Который тебе поможет донести информацию о бизнесе LR до большого количества людей. Ну, а с помощью вот этого видео и наши партнеры смогут рассказать другим людям о нашей компании. Отлично. Ну что ж, Паш, тебе
успешной сегодня дороги домой. Привыкай к Мерседесу. Я уже за рулем больше 2 лет за Мерседесом. И ощущения, конечно, совершенно потрясающие. Каждому желаю за этой машинкой покататься. Каждому желаю это пережить. Да. Ну, как говорится, к хорошему привыкаешь быстро. Это точно. Успехов в бизнесе, друзья. И увидимся в новых видео, когда новые партнеры нашей системы LR21 будут забирать свои Мерседесы. Возможно, это будете вы. Это стоит попробовать, и к этому стоит стремиться, и это такой небольшая ступенечка к еще большим целям.